бывают такие уж, да? Да. Я помню, это тяжело крутить ногами. Ноги качать. Да, Оля, где ты находишься? В Шишаках. Да? И что это за здание? Твоя гимназия. Да? Крутая. Да? Ты уже начинал тебе нравится? Начав с крутого, да? Пошли покажем кустики. Такая тут у нас плиточка, сцена. Це волейбольна площадка і тенісна. Там, де Серёня іграв. Да, це м'яке таке для дітей. Для діток. Ага. Це тут такий, не знаю, як це. Для відпочинку, для перекуру, мабуть, лавочки для школьників. Ну, круто, да, така рослинності, да? Гимназия-интернат. А, ну да, тут же детки учатся, некоторые, по-моему, даже ночуют. Даже что, да? Да, ну, живут те, что издалека привозят деток. Я не знаю насчет денег, кто спонсирует. Пошли вон перед этим. С восьмого было. Можно поснимать, да, внутри? Не стыдно, да? В кабинете географии? Да, переходили. Ну, это же старшая школа, да. Ходили по кабинетам, по некоторым. Я не знаю. Поменялось же много чего. Пошли на рыбку, подвинься. Да. Мама, прикол, какие большие сухи. Золотые, ну, вот это, посмотри, где карта. Она не золотая, потом она золотая. Рыбища. Угу, карась таки. Прикольно. Да. Да? Угу. Серёня, подучился. Вот эти делаются, в два складываются, да? Зарезаются, а. Потом раскладываешь. А, точно, точно. Я, кстати, сразу не этот не сообразую, я не знаю. Да. Да? Так, а скажи, шкафчики давали всем или только старшеклассникам? При мне шкафчик не было. Ну, прямо мало. Для всех, да. Это какие-то олимпийцы, так, а, подожди, спортсмены, а, достижения. Почему дети учатся в простых школах? Да, шкафчики, как в американской школе, да, так, а Оля? А как же, у каждого свой ключик, да, получается? Да. Плохо, что не на коде. Лучше бы на коде, потому что Андрюк ключик потерял. Ну, он же кто этот... Основном у вас велись в одном классе, в одном классе, да? Да, да. Да. А то что за постройка? Да. Они сами живут, удали от родителей. Они же маленькие. Ну... Ну, то есть по одним неделю, да? Наверное, да, на да, да, конечно. Это те, которые далеко живут где-то, да? Угу. Ну, они, их вот, наверное, и кормят три раза в день, наверное. Ну, конечно. Да? Что такое американская школа, да? Американско-украинская. Это кулер, кухня. Ну, да.
И на дискотеку, да, сразу? В таку школу походила б, да? В Україні, Оля? Я б такою походила. Да. Да. А я тут місце лишення свободи. 4 года. Я не така крутая була. Оля, 4 года, от дзвонка до дзвонка, дядя Сережа протарахтел. Скажи, Європа, да? Да ні, це ж родина. Я б тобі зараз, наверное, не була в Канаді. Родина України. Зато вона навчила виживати.